Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Я тут уже вовсю, кстати, начала заниматься на этом тренажере, которому, помните, я показывала вам в предыдущем влоге тоже. Мне безумно он понравился. Он действительно дает такую нагрузку, как мне многие писали, прям реально на все тело. Еще у меня, кстати, есть дополнительно вот эти вот резиночки. Я их как-то вам показывала давно, летом, когда еще занималась. Вот эти резиночки с разной нагрузкой я покупала в... Где в этом? На Алиэкспресс. Вот, кстати, классные резинки, ни одна из них не порвалась. Единственное, что у меня еще была черная, но я ее куда-то потеряла. В общем, девочки, буду активно. Вот сейчас у меня прям огромный запал. Буду активно заниматься. Многие из вас меня не поняли. Я не собираюсь худеть. Наоборот, я очень хочу себе побольше нарастить мышц, скажем так, в области ягодиц. Вот, и поменьше сделать талию, вообще подтянуть немножечко свое тело, потому что, ну, мне кажется, что, ну, как-то вот полгода тому назад тело мое выглядело намного лучше, ну, и вещи, конечно же, тоже будут сидеть намного-намного лучше, если я, скажем так, буду более-более спортивной, но сейчас прям вы себе не представляете такой запал. Но в сегодняшнем видео я хочу вам еще показать, я себе снова сделала подарочек из магазина Sunlight. Вы знаете, как я обожаю этот магазин. У меня скачано приложение, я там слежу за всеми новинками. В особенности я очень сильно люблю коллекцию итальянскую. Там очень качественные. У меня уже есть украшения, которым больше года. Я и мыла посуду, и что только не делала. С этими украшениями ничего не произошло, не вылетели никакие камушки, они не потемнели, не почернели, хотя я покупала серебро с покрытием золота. Так что сейчас вам покажу, что я себе подарила. И, конечно же, у меня у самой установлено приложение. Также я очень сильно люблю вот эту коллекцию итальянскую в магазине Sunlight. И согласитесь, что в такие промозглые деньки нам очень хочется просыпаться утром и видеть яркое солнышко. Приходится поднимать себе настроение другими способами. И лично я пытаюсь сделать свой образ ярче, помогает мне в этом украшение от Sunlight. Здесь я всегда могу найти себе украшение под любой образ, ведь здесь очень много украшений по выгодным ценам. И, кстати, устанавливая это приложение, по ссылке в описании вы получите в подарок подвеску, даже если ничего не купите, и 300 бонусов. Это здорово. Также сейчас действует акция, это ликвидация новогодних коллекций со скидкой до 70%. Мне кажется, это очень-очень здорово, очень выгодно. Так что советую вам дополнить свой образ и поднять себе настроение с украшениями Sunlight. Ссылка на скачивание приложения внизу в инфобоксе. Итак, вот моя покупочка. Очень-очень прям я балдею. Девочки, ну вы знаете, я любитель украшений. Здесь чек у меня. Так и бантики красивые все время делают. Еще дали вот такую книжечку как раз про приложение, тут про всякие коллекции. Вот так. И вот она, коробочка. Посмотрите, как красиво все запаковано. Вообще обалдеть. Очень нравится. На самом деле очень приятно, даже когда приобретаешь какую-то такую, ну вот, мелочь для себя, да, либо кладут вот в эти белые коробочки, либо вот в такие. Это всегда очень приятно, это всегда, не знаю, поднимает настроение, ты понимаешь, что, ну, как-то о тебе заботятся, что ли, компания. И вот здесь вот моя прелесть. Сейчас я достану. Посмотрите, какие классные сережки, девочки, вообще. Мне так они понравились. Здесь выполнено в виде монетки вот такой вот. Посмотрите, какая красота. И сделаны они гвоздики вот таком. Но вот эти, кстати, гвоздики, у них очень удобные. Вот в этой особенно итальянской коллекции. То есть они не упираются в ухо. То есть, ну, мне нравится, по крайней мере. И вот эта вот застежка очень хорошо держится. То есть вот эта вот штучка сама, да, которая держит сережку, она очень хорошо держится и не слетает. Мне это очень нравится. Посмотрите, какая прелесть. На них была скидка 70%. И, конечно же, я не могла удержаться. Да, то есть скидка 70%, а я заплатила за них 1047 рублей. Это круто. И хочу вам показать. Вот с одной стороны монетки вот такой рисунок. Я не знаю, что это означает. Там кто-то писал. А со второй стороны вот такой.
Очень мне нравится. И сама монетка сделана, видите, как ручная работа. Очень классно. Лимонное золото. И поверх идет вот такая цепочка, которая, кстати, сейчас очень в моде украшения. Вот именно вот с такими цепочками. Поэтому я и повелась. Надо теперь браслетик мне, наверное, да? Там вроде браслет есть еще из этой линейки и шейное украшение. И вот так вот выглядят на мне эти сережки. Мне очень нравятся, девочки. Посмотрите, как классно. Они такие и небольшие, и в то же время не сильно маленькие. Такие прям, мне кажется, вот самое оно. Я люблю, когда вот они такие. Так-так-так. Ну, а я сейчас буду готовить ужин. У меня остался небольшой кусочек свинины. Я его порезала мелкими кусочками. И сейчас буду обжаривать практически до готовности. И свининку я буду готовить с овощами, теми, которыми я морозила летом, осенью. И обжаривать я буду на обычном растительном масле. Вот она у меня уже практически готова. И специи я ее посолила, добавила еще вот такие специи гриль-мяса, заказывала их с iHerb, и паприку. Из овощей я буду добавлять репчатый лук, который я нарезала полукольцами, а также перец ласточка, который я морозила осенью. Дальше здесь у меня лук с огорода, который тоже я замораживала. И также вот это, знаете, стрелочки от чеснока, когда вот они пытаются выпустить цветочки, и мы их вот так мелко нарезаем и замораживаем, придает такой легкий аромат чеснока с мясом, с тушеными овощами, получается очень вкусно. Так что если вы сажаете в огороде чеснок, очень советую замораживать на зиму. И у меня замороженная помидорка, я покупала там на заготовке, и остатки помидор я обычно вот так вот замораживаю прямо целыми. Очень легко снимается с замороженных помидор кожица, но когда слегка потает, кожица вообще сама отходит, поэтому мякоть я буду мелко нарезать и добавлять к мясу. И под конец добавлю вот такую томатную пасту. У меня эта банка на самом деле стоит уже очень давно, все никак не могла ее использовать. И вот такие вот тушеные овощи получаются. Я их еще немножечко подсолила и добавила немного черного перчика. Получается на самом деле очень вкусно. У меня муж любит подобное блюдо, и мясо получается не сухое. Вот это черненькое, то, что вы видите, это у меня оставался один кусочек жареной говядины. Я его решила добавить сюда, и сейчас у меня будет томиться еще все это под крышечкой. И в этой кастрюльке я буду готовить сейчас булгур. А я его готовлю так, как обычно написано на упаковке, то есть добавляю достаточно много растительного масла и обжариваю булгур в растительном масле. Вот у меня вот такое вот. Очень булгур у меня любит муж, поэтому я с удовольствием для него готовлю. Вот я засыпаю в масло, на самом деле делаю все на глаз, но масла должно быть достаточно много, и тогда булгур получится у вас достаточно рассыпчатым. Мы его обжариваем до тех пор, пока вы не почувствуете аромат таких как бы семечек или орешек, но нужно постоянно обязательно помешивать, чтобы сам булгур не подгорел, поэтому я постоянно вот лопаточкой его размешиваю, плюс он напитывается этим маслом. Далее мы заливаем горячей водой, доводим до кипения, заливаем по чуть-чуть, чтобы все это не шипело сильно. И не забудьте, кстати, посолить. Я очень часто забываю солить булгур, вот я его солю на этапе, когда заливаю воду. Вот такой вот у нас получается ужин. Томить булгур нужно до тех пор, пока не выпарится вся вода. Тогда он получится рассыпчатым и безумно вкусным. В принципе, как гречку его варят, только вот нужно предварительно обжарить, чтобы он получился рассыпчатым. И он пропитывается маслом, получается очень ароматное и вкусное блюдо. Мой муж обожает. На самом деле, по мне, по вкусу это что-то среднее между перловкой и пшенкой. Это была тарелочка моего мужа. И вот такая вот порция ужина у меня достаточно небольшая. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Кстати, сережки мне безумно нравятся. Они немножечко такие тяжеловатые, но ощущаются, не ощущаются на ушках, ощущаются только когда вот я вот так делаю, они у меня трясутся и бьются о шею. Тогда они только ощущаются. А так совсем даже не тяжелые, мне очень нравятся. В общем, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!